Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как перенести с YouTube на Рутуб все ваши ролики. На данный момент вот у меня 578 видеороликов. Переходим на Рутуб, нажимаем на этот значок на свой, нажимаем студия, заходим на студию. Здесь канал, настроить канал. Чуть ниже опускаемся. Перенос видео с YouTube. Вот, нажимаем перенести. Здесь он пишет, скопируйте код. Берем его, копируем, заходим к нам на YouTube. На YouTube точно так же заходим в YouTube Studio. Здесь настройка канала. Нажимаем сюда, основные сведения. Здесь описание канала. Вводим сюда то, что мы там скопировали. Опубликовать. Публикуется. Самое главное, чтобы он опубликовался и вы не были подключены к VPN, потому что до этого я был подключен к VPN, он вроде скопировался, сохранился, но перенос не удался, просто потому что у вас был включен VPN. Заходим обратно на Рутуб, здесь идентификатор вашего YouTube канала, окей. Как переходим на YouTube сюда? Так, здесь внизу нажимаем кнопку «Настройки». Расширенные настройки. Идентификатор канала. Копируем его. И вставляем сюда. Здесь он спрашивает, сколько надо, сколько видеороликов. У нас с вами видеороликов 578. Так, 578 роликов. 578. Здесь мы пишем тематику. Музыка. Так. Перенести. Нажимаем перенести. И все. Вот здесь он будет нести перенос. Вы будете видеть. Но в среднем, короче, 1-2 дня. Всем спасибо.